Вот нам сегодня повезло. Вообще не сказала. Просто вот так жизнь. Настоящий вертолет. Ногой, ну руки слабые, ногой попробуй. Давай, я подержу, давай. Дайте ногой. Давай, Георгий, давай. Там короче занимаешься. Вот. О, смотри, колено, кстати, в этих случаях помогает. Давай. Никак, да? Дайте мне. Ну, попробуй, уже не получается. Давай, попробуй ты. Ага, слышишь. Тоже не идет. В этом колесе в машине, видите, оно сильно накачано. Его продавить не получится. В нем всего лишь 3 атмосферы, 3 таких воздуха. А в этой штуке целых 300. И мы можем зайти в пожар и дышать целый час. Просто с этого баллона. Все подышат. Давай. Еще у нас на службе есть собаки. Они очень умные, очень добрые и всегда хотят спасать людей. Они умеют искать в лесу, в завалах, в снегу. Где бы человек ни находился, они могут его там найти. Это супер собаки, супер силой. Вот, зовут ее Ноя. Саша, она умеет разговаривать? Нет. Но двоечников искать умеет. Да какой там? Я тоже хочу. Я тоже хочу. Первый. Точку поставь. 3.